Ёжик, Крош и Лосяш борются за свои права. Правообладатели бренда «Смешарики» подали в суд на сеть супермаркетов «Мария-Ра». Алтайскую компанию обвиняют в нарушении авторских прав. Первое судебное заседание уже прошло и закончилось в ничью. Следующий раунд противостояния состоится 24 сентября. Ждем новой серии мультфильма на тему «Смешарики в суде» и следим за подробностями тяжбы на сайте СИБДЕПО. Самый модный подарок на этой неделе – рюкзак. В честь Дня знаний их получили не только сотни кузбасских школьников, но и вполне себе взрослые мужчины. А именно пожарные. Конечно, это не обычные молодежные рюкзаки. Стоимость каждого ранца почти 25 тысяч рублей. Что такого интересного положило туда руководство МЧС, читайте на нашем сайте. Владелец одного из старейших заводов Кемерово угодил за решетку. Сотрудники прокуратуры задержали Рубена Давтяна, собственника «Кузбасс-электромотора». Уголовное дело только возбудили, но уже сейчас понятно, что разбираться в серых, черных и прочих схемах предпринимателя следователям предстоит долго. Если вам нужны подробности, советую заглянуть на сайт СИБДЕПО.